Насрат, все нормально. Я тобой очень горжусь. Теперь, когда судья все расследовал, опасности нет. Я говорил, наша жизнь изменилась. Будь осторожен. Мне дали это для защиты. Зачем? Я неправильно попросил тебя. В сети данные отца, адрес дома. Узнает беда. Я не боюсь никого. Какая же беда случилась в моей жизни?